нам в центральный наш городской парк приедут делегации со всего Подмосковья. В принципе, разбили парк на три больших зоны. Первая зона прямо около входа в парк. Зона посвящена 65-летию нашего парка. 12-й непосредственно начинаются разные мастер-классы, все в стилистике 60-х. Приходите пить газировку из специальных аппаратов. Наш хедлайнер – это Валерий Сюткин, всем известный, поэтому думаем, что эта площадка будет вот первой выстрелившей, самой популярной. К вечеру будут выступать известные музыканты, очень популярные среди молодежи. Будет построена большая главная сцена, она тоже начнет работать с 12 и до 10 вечера. И постарались придумать такую программу, чтобы весь день было чем заниматься. И все завершит фейерверк. Лучше всего его будет прийти посмотреть на набережную. Мы всех приглашаем принять участие в этом мероприятии.